Какой там красивый, сука, закат, блядь! Один дублем и выложу, но настолько охуенно красиво. Правда, я немножко припозднился, надо было пораньше камеру включить. Охуеть, пиздец, заебись, блядь. Вот у меня взято пиво, короче, я хочу сегодня попробовать замутить алкострим. Короче, вот, не спешу домой, потому что что-то мне так кайфово кататься, слушать музыку, это просто пиздец. То есть я не курю уже 5 дней, и учитывая, что у меня сейчас есть пиво, оно не может меня заставить остановиться и его выпить, потому что это приятнее. Кататься на машине, слушать музло, приятнее. Конечно, если еще въебать пиво, вообще будет заебись. Бля, ебать красиво, да? Вообще пиздец. Вот это сегодня вечер пятницы, я понимаю. Хотя в Питере частенько такое. Бля, вот как вот эту хуйню починить? Ну реально бесит. Кстати, купил себе iPhone 6 Plus за 2 косаря с Авито. Сегодня купил еще аккумулятор, поменял кум, бля, как красиво. Дорога еще мокрая. Поменял аккумулятор, короче, вообще у меня полностью, грубо говоря, новый iPhone 6 Plus, потому что он практически в идеальном состоянии, с, ну, 100% аккумулятором, блядь, вообще охуенно. Я охуеваю, телефон, которому 9 лет, iPhone, снимает Full HD 60 FPS и 4K 30 FPS. Уже тогда, блядь, он так снимал, охуеть. Как оттуда свежим воздухом пахнет. Охуенно. Вот так вот буду ехать прям и проветриваться. Охуенно, просто охуенно. Лахта. Че, поехали точно к Питерленду, поехали, ебать. А я что только сейчас придумал? Поехали к Питерленду. Короче, тут делают дорогу, к Питерленду так просто не проехать. А у меня бензина-то уже, блядь, лампочка мигает. Ну сейчас посмотрю, можно ли до туда доехать быстро. Потому что я хочу потом ехать на красной лампочке обратно. Хотя у меня канистра с бензином есть, блядь. Короче, катаемся, охуеваем охуенно, блядь. Заебись там пиздец. Нам мотоциклист дал тогда 200 рублей. Вот сейчас на 200 рублей зальем. Тут такая заправка ёбнутая, то что тут, короче, плати и лей, а не лей и плати. Вот и что, блядь, порядок оплаты. Выберите колонку, выберите топливо, выберите метод оплаты. Так, колонку я выбрал, топливо, в принципе, я тоже с ним определился. Как выбрать метод оплаты? Так, это где? Это куда? А, сука, все. Так, третья, у меня третья колонка. 92-й, естественно. Наличный или штрих-код? Наличный. В смысле, я могу внести штрих-код любой вообще? Так, чек, куда наличные, блядь. А, вот сюда. Ну, давай, куфай. Ну, блядь. Ты понимаешь, да, что я тебе наличные сую, блядь, сейчас? Или нет? Так, ну, одной рукой... Съел?
Блять, он мне чуть палец не засосал туда, пиздец. Просто очень страшная хуета на смех. О, блять. Ну что, давай, давай еще раз. Сука, там, наверное, какие-нибудь, блядь, спидозы, нахуй, бомжи туда руки совали, блядь. Я это тоже самое делал. Но я нормальный человек, блядь. Просто... Вот, сейчас аж свет погас, блядь. Мне просто не нравится вот ковыряться, блядь, чистыми ручками своими в таких вот местах. Ваш выбор. Хороший выбор. Ну, давай. Это что за... А, это паук тут слил свою хуйню. Ну, погнали. Ну, давай, давай, давай. Я, блядь, заплатил. Хуй. Все, блядь, залили мы свои 4 литра. Это, конечно, очень мало, но я просто решил проверить, как это работает. Сейчас сяду, руку помою одеколоном, спиртом, и поедем. Да, блядь, у меня вот, короче, прикол такой с крышечкой, что ее бывает нихуя не закрутить. То есть там нужно попасть, вот, видишь, она не закручивается. О, вот сейчас заебись, все, обороты пошли, блядь. Ну-ка. Поменялось что? О, полбака, нихуя себе, блядь. Ну что, едем в Питер надо, как и обещал. Я какой Дарт Вейдер едет, блядь, на самокате в шлеме. Молодец. Короче, там стадион. К нему можно было бы ближе подойти, но, во-первых, не лень, во-вторых, никакого смысла нет, потому что издалека он тоже красивый. Вот, а это Питерленд у нас. Такое классное здание. Я, кстати, 5 дней не курил. Сейчас покурим. Не покурим. Я прикурил. Когда долго не куришь, потом начинаешь курить, такое ощущение, как будто ты первый раз закурил в своей жизни. Когда вот я начинал курить, вкус сигарет, он по-другому чувствовался. Сейчас он чувствуется также по-другому. Бля, красиво тут, пиздец. Наверное, в том доме квартира очень дорого стоит. Там наверху пентхаус. Вот это я понимаю, пятничный вечер. Очень круто. Даже материться не хочется. Культурно все. Людиски ходят. Питерленд, блядь.